Представляем вашему вниманию автокресло Britax Remer Discovery SL, предназначенное для детей от 4 до 12 лет, весом от 15 до 36 кг. Легкое и надежное Britax Remer Discovery SL относится к автокреслам группы 2-3. Его легкий вес, всего 4,2 кг, достигается за счет использования креплений Isofix на ремнях, в отличие от прочих автокресел Britax Remer линейки Kitfix. Глубокие и мягкие боковины обеспечивают оптимальную защиту от бокового удара. Ткань чехлов мягкая и приятная на ощупь. Чехол автокресла можно снять и постирать при температуре 30 градусов. Спинка сидения может быть отрегулирована по наклону в соответствии с наклоном спинки сидения вашего автомобиля. Подголовник автокресла может быть отрегулирован по высоте при нажатии на серую клавишу сверху. Давайте посмотрим, как установить автокресло в ваш автомобиль. Кресло устанавливается только по ходу движения машины при помощи креплений Isofix, либо при помощи штатного трехточечного ремня безопасности. Ребенок фиксируется внутри автокресла также штатным трехточечным ремнем. Итак, если в вашем автомобиле есть крепление Isofix, для начала вытяните их, нажав на клавишу в центре. Затем соедините крепление автокресла с креплениями Isofix в вашем автомобиле. Теперь пододвиньте кресло вплотную к спинке сиденья вашей машины. Для этого нажмите на клавишу и потяните за ремешок спереди. Осталось только усадить маленького пассажира в автокресло и зафиксировать его при помощи ремня безопасности. Возьмите ремень. Плечевую часть ремня проведите через специальную направляющую под подголовником. Поясную часть ремня проведите под ближней боковиной, а под дальней боковиной проведите обе части ремня и закрепите ремень в замке. Убедитесь, что ремень достаточно натянут и не перекручен. В случае, если в вашем автомобиле отсутствует крепление Isofix, вы можете воспользоваться только штатным трехточечным ремнем. Перед использованием автокресла внимательно ознакомьтесь с инструкцией.